Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с гостями мероприятия. Олег, расскажите, зачем вы сегодня здесь на мероприятии? Спасибо, Екатерина, за вопрос. Действительно, многие, с кем я общался, они приходят сюда за тем, чтобы наверняка обменяться знаниями, получить знания, обменяться опытом, обменяться кейсами, которые у них получились лучше всего, и получить знания, которые... мы же не одни в бизнесе, да, вокруг нас есть какая-то экосистема, и поэтому мы должны в этой экосистеме подстраиваться, жить и получать то, что сегодня работает. Расскажите, пожалуйста, про аудиторию форума. Как вы считаете, целевая аудитория, кого-то вы встретили, коллег, возможно? Судя по названию форума, неделя российского ритейла, здесь очень много предпринимателей, здесь очень много розничной торговли. Кроме того, компании, которые оказывают услуги в розничной торговле, в ритейле, соответственно. И действительно, это среда тех людей, которые... предпринимательской среды, я так скажу. Поэтому, в принципе, здесь люди, которые направлены именно на донесение до клиента ценности своих товаров и услуг, взаимодействие с клиентом посредством понимания целевой аудитории для себя конкретно, как предпринимателя. И это, да, здесь многие многие спикеры, которые рассказывают, как лучше донести до клиента ценность своего товара и услуги, как взаимодействовать с клиентом. И это действительно тренд, потому что сегодня просто продать напрямую в лоб уже не получается. То есть клиента надо вовлечь, привлечь, понять, что он хочет, и тем самым уже, соответственно, сделать свою услугу более востребованной. Расскажите о своих впечатлениях о деловой программе. Очень насыщенная программа, очень много полезной, конкретной и действительно ценной информации. Я был на нескольких площадках, и в принципе то, что сегодня отличает условно рынок, это тренды те, которые уже на рынке есть, это роботизация, автоматизация, систематизация, их надо действительно понять и применять, потому что, на мой взгляд, большинство компаний еще немножко, они хотят стремятся туда, но все-таки работают по старинке. И эти мероприятия надо посещать, потому что здесь именно собрана вся информация, которая сегодня есть. Собрана в единый кулак, скажем так, и подается с максимальной разжеванностью прямо в голову. Спасибо большое. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо.